Привет, привет, мои друзья, привет, мои хорошие. Сегодня дошло дело, дошла очередь до сплетницы. Да-да, наконец-то и она выстояла свою долгую очередь за моим обзором. Позавчера, кажется, в среду на ее стриме мне любимой, было посвящено 20 минут ее стрима, ну где, естественно, они меня обкакивали со всех сторон, со своими подписчиками. На стриме было 50 человек. Браво, сплетница, ты же очень интересна всем. Особенно интересно, что же ты думаешь про меня? Я же использовала твое название по твоим словам, чего на самом деле не было, конечно же, потому что ты на это название не имеешь никакого права. А я тебе еще и подсобила, потому что до того, как я назвала свой канал именно так, ты назвала свой второй канал как-то там иностранными словами, и он, твой второй канал, вообще не рос. И только тогда, когда ты переименовалась и назвала сплетница влог, у тебя начали прибавляться подписчики, и их стало почти что вон 922. Ну прям стоит мертво твой подписчик 922 и ни туда, и ни сюда. Хотя твоему каналу уже год, в отличие от моего, которому всего месяц. Можешь даже посмотреть, когда я начала выкладывать первые ролики. Там три болталось несколько лет. А потом я открыла второй канал и начала его. И вот у меня всего лишь прошел месяц. А у меня подписчиков больше, чем у тебя. Браво! Это же очень интересно, как ты живешь. Всем интересно. А я хочу тебе сказать, вывести тебя, как и правдивую, на чистую воду. Канал был создан ради заработка денег. И ты купила свой дом, в кавычках, или где ты там его взяла. И в первом видео ты показываешь через канаву какой-то дом и говоришь, этот дом принадлежит блогеру. И у него там то ли 100, то ли 200 тысяч подписчиков. То есть ты глупа баба. Просчиталась, ты думала, что на твой деревенский, в кавычках, мотив побежит народ, а народу-то оказалось неинтересно, как живет какая-то малолетка в деревне, 6 часов от Питера. Какой бред, это ж надо было так далеко купить себе дачу, чтобы вот так потом обкакаться, надорваться, все плюнуть и на 2 года свалить. Капец котенку, срать не будя. И какая ж ты такая прям душевненькая, которая любит собачек, отдала всех своих животных, ну большинство на мясо, своих козликов, не пожалела, не-не-не. И врешь ты все. Во-первых, у меня вызывает сомнение виртуальный Тёма. Вот хошь плачь, хошь, смейся, Тёма – это твой братан, потому что по комплекции он на тебя очень похож. А если не братан, то значит Альфонс, если он тебя еще и младше, прилепился к питерской бабёнке, ну если ты не врешь, конечно, а то, может, ты тоже из какой-то Калитвы или Витебска приперлась в Питер, понаехала, а теперь всем рассказываешь, что ты в Питере там жила и живешь. А что это ты квартиру снимаешь, не пойму. А что это ты в ипотеку не взяла, ипотеку не платишь, чтобы она потом твоей стала? Зато машину тебе до хрена и больше. А машины-то как у меня, а тут мне твои. И правдивой Ольге хомяки писали, ой-ой, у нее лохан. А у тебя кто? Не лохан? Ну, может, ты его и сменила уже? Но не надо там лохана гадить, потому что лохан – отличная машина, и стоит он сейчас даже бэушный.
если он был из салона в одних руках, очень дорого. Практически как и дустер твой, поняла? Если твой дустер мотался по рукам разным и пробег имеет. А еще, если он в такси мотался и пробега там нахреначено столько, что потом твой дустер нахрен никому будет не нужен. Или кто там у тебя, если не дустер? Так вот, сплетница, голупа малолетка, куды ты открываешь свой роток? Я ж тебя насквозь вижу. Ты ж злая, одинокая баба. А если не одинокая, как ты рассказываешь, то год назад ты натянула на себя кое-как и этого мужичонка, который младше тебя, потому что нормальным-то мужикам ты не нужна. А Альфонсу твоему только место надо для проживания. Подожди, опериться и под зад тебе коленом. И покатишься ты по Малой Спасской. Ой, по какой Малой Спасской? Какие там у вас улицы прекрасные есть? Я и не знаю, я ж в Питере ни разу не была. Так вот, таксистка, как же ты, таксистка, 4 часа посвящаешь или 5 своей работе и бросаешь основную, на которой ты работаешь из дома, как ты всем рассказываешь, и безумно радуешься своим 2000, которые ты заработала. А вот я тебе уже давно записываю видос на этой картинке. Чудом открыла дверь и закричала: «В Волгограде исполосовали ножом таксистку». Эта реальная история произошла в прошлом году. Это ужасно. А ты, девочка, ждешь, когда тебя исполосуют? Это не фантазии, это чистая правда. Еще есть такая же история в Екатеринбурге или Новосибирске. Но там много таких историй, понимаешь? А твой эфемерный муж Тёма, ну, сожитель, свадьбы-то не было. Если бы была свадьба, давно бы уже всем показала и платье, и все. Так вот, твой сожитель тебя типа отпускает, типа ты у него спрашивала. Господи, как можно было такие бабки втюхать в дом, чтобы потом вот так все бросить и от безысходности ездить в такси за какими-то несчастными 2000? Боже, это же какой-то кошмар. И ты хочешь сказать: «Как мне хорошо, легко, свободно!» Я прекрасно видела тебя до начала работы и после. Я, кстати, поставлю это на свою заставку. Ты выглядишь, как выжатый лимон. А ты рассказывала, что ты болела и лежала в больнице в деревне в этой, в своей Калитве, или как там ее? Не помню, ваших деревень не помню. Так вот, ты рассказывала, что ты болела, и что ты себя плохо чувствовала, и что ты сбежала на 2 года из деревни из-за болезни, что является 100% ложью, потому что ты ни хрена не болела, а то ты все снимаешь, ты ж блогер. А что ж ты тогда не сняла больницу, в которой ты лежала несколько дней? А тебя еще как будто там и не кормили вроде бы. А, да, а почему не кормили? А потому что тебе рассказать нечего. А потому что ты не знаешь, чем кормят в больницах. А это у нас бесплатная медицина, детка. И все ты врешь. Если уж тебя положили в больницу, то тебя бы кормили. Даже если ты там не прописана, детка, потому что у нас полис действует на всей территории Российской Федерации, детка. Ой, Господи, как вы можете собрать аудиторию, которая слушает вас, бестолковых лгунов, что тебя, что брехливую Ольку? Как вам не стыдно? Вот как ты могла повестись на то, чтобы создать контент деревенской жизни, и ты думала, что на тебя повалит народ?
потому что ты завистливая бабеха, потому что ты насмотрелась Ольгу Поберуху и подумала: «О, я сейчас сделаю! О, я сейчас разбогатею и баблишко нарублю!» Нет, не нарубишь, потому что у человека должна быть совесть, честь и чистая душа, которая, кстати, у меня. И многие мне об этом пишут, что я в свои 50+ сохранила чистую душу и открытое сердце. И я, сколько уже на YouTube, у меня просто режет уши, и режет сердце, и режет душу, такие как вы. Но я совершила небольшую ошибку. Я тоже хотела делать обзоры, и мне тогда казалось, что да, я права. И если я буду в таком ключе обозревать ту же Ольгу, она ко мне прислушается и перестанет попрошайничать. Ну, конечно, я была не права, потому что Ольге глубоко на меня пофиг, так же, как и на вас. Но вы делаете свои обзоры для того, чтобы заработать деньги. И я делаю свои обзоры для того, чтобы заработать деньги. А деньги, кстати, они не пахнут. Но у меня есть совесть. И я решила пересмотреть свои обзоры и свою позицию. И она будет совершенно другая. Она будет такова, чтобы выводить вас, пустобрехов, на чистую воду. Вот так вот, сплетница, глупая малолетка, которая вообще ничего из себя не представляет, захотела заработать в такси. Господи, где берутся такие глупые дети? Где твое образование? Почему ты врешь, что ты собиралась каким-то образом обучать брата Тёмы? Да, она собиралась обучать брата Тёмы, который даже не является ей супругом. При этом вдруг мальчик поступил сам на бюджет. Блин, я что-то не пойму. У нас что, приемная комиссия работает в августе? Что, было неизвестно, что он поступил? Или что, это опять какая-то фигня? Свистанула, звезданула, потом решила что-то где-то контент поменять. Еще и мальчик Тёма, типа из Челябинска. Вот понаехал в Питер. Вот тебе какая красота. У нас все попонаехали. Снимают, блин, квартиры. Работают, блин, из дома. Господи! Так вот, что касается такси. Я это знаю не понаслышке. Мой муж много лет работал в такси. Сначала в маршрутном такси, когда у нас была своя маршрутка. Потом она стала сыпаться от старости, мы ее продали. И еще много лет он проработал на нашем Лохане на такси. И я тебе хочу сказать, девочка, это невыгодно, потому что мы живем в провинции так же, как и пираты. И никаких 100 тысяч ты на такси в нашем регионе не заработаешь, потому что регион бедный, люди экономят, и у нас 70 километров город. Что если ты за час пик возьмешь один заказ и уедешь в одну сторону, то обратно у тебя нет заказов. А так как ты хочешь заработать, ты вышел и работаешь не 4 часа, ты работаешь до покоса, а потом ты едешь, а у тебя глаза закрываются. А я не сплю, я жду своего мужа, потому что я волнуюсь. И сколько было пьяных, сраных, и сколько было тревожных кнопок. Мужики все кидают, тревожная кнопка, они все едут кучей спасать своего коллегу. А вот у нас информация, вот на которой я держу видео. Читайте, люди, как исполосовали таксистку из города Волгограда. Как ты можешь, глупое дитё, работать в такси за эти деньги и рискуя своей жизнью? Дура ты, дура набитая. И если ты не больная, а здоровая, ты испортишь свое здоровье. 4 часа сидеть за рулем, да ты заработаешь все болячки, которые
есть у женщин. Боже мой, ты же еще хочешь родить, и я хочу тебе пожелать добра, рожай. Без детей это, конечно, хреновая жизнь, рожай. Все женщины должны иметь детей. Но если ты испоганишь свое здоровье в этом такси, то тебе ни хрена не светит. Ты пойми это. Ты хочешь сделать контент. Ой, но не такой ценой, не такой ценой. И не говори людям неправду. Ты же была вымотана после этой смены в такси. И это видно по твоему лицу. У тебя даже перекосило его от усталости. А ты говоришь, ах, как хорошо, я заработала чистыми 2000. Эти деньги того не стоят. И не соблазняй глупых девочек на такую работу. Так же, как соблазнила тебя эта брехливая Оля, что крутить коровам хвосты легко, просто и забавно. И что народ повалит на твой канал, с чего не случилось. Ты уже и так нахлебалась от неправды вокруг тебя. И не позволяй себе сбивать людей с пути истинного. Ну вот, сплетница, и тебе досталось, и тебя вылечим. Ладно, на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии, хорошие, добрые. За оскорбление буду банить. До новых встреч. Пока-пока.